Кембридж дословно означает «мост через реку Кам», старейший университетский центр Европы. И именно здесь находится один из авторитетнейших университетов мира – Кембриджский университет. Это альма-матер, вдумайтесь только, 87 нобелевских лауреатов. Начиная с 1231 года, согласно Королевской хартии Великобритании, город получил университетский статус. В состав университета входит более 100 научных учреждений и 31 колледж. Старейший из них – Питерхаус. Он был основан в 1284 году. Наиболее ранние учебные заведения Кембриджа первоначально были религиозными. Об этом красноречиво говорят их названия. Тринити – Троица, Джисус – Иисус, Корпус Кристи – Тело Христово. Они всегда пользовались поддержкой просвещенных королей и герцогов Великобритании. Удивительно то, что здесь, в Кембридже, буквально каждый колледж имеет свою церковь, открытую и день, и ночь. И каждый желающий может зайти сюда в любое время суток и помолиться. Такое большое количество церквей, их наличие вот в этом удивительном городе говорит о том, что здесь с самого начала уделяли огромное внимание духовности человека. Кембриджский университет обладает одной из ценнейших в мире коллекций рукописей, живописи и декоративно-прикладного искусства. Эта коллекция создавалась на протяжении нескольких веков. Главная университетская библиотека располагает завидными фондами. Среди них более 500 мусульманских манускриптов и фолиантов. По данным директора Центра персидских исследований при колледже Пемброк Кембриджского университета доктора Фирузы Мелвилл, в общей сложности в Кембридже находится около 2,5 миллиона художественных произведений искусства. Одним из величайших британских художественных собраний признан Фицвильямский музей, которым гордятся в Кембриджском университете. Знаменитый Фицвильямский музей возник благодаря коллекции мецената Ричарда VII виконта Фицвильяма, некогда окончившего колледж Тринити. Страстный коллекционер и поклонник искусства живописи, он ушел из жизни в 1816 году, оставив по завещанию Кембриджскому университету свою уникальную коллекцию. В коллекции сэра Ричарда VII виконта Фицвильяма было 144 картины. Среди них были бесценные произведения Тициана и Веронезе, Ван Дейка, Рембрандта и Эль Грека. Сегодня это один из крупнейших музеев мира, где хранят раритеты из Древнего Египта и Ближнего Востока, где есть уникальные античные коллекции Древнего Рима и Афин, а также шедевры западноевропейской живописи, начиная с XII века до произведений выдающихся французских импрессионистов. Здесь есть и коллекции, которые происходят с нашей древнейшей земли, с земли Узбекистана. Восточное собрание Фицвильямского музея считается одними из лучших в Великобритании. В особом фонде хранится знаменитый Фицвильямский альбом с миниатюрами Бухарской школы. Многие из этих миниатюр были иллюстрациями к ныне утраченным рукописям. Первоначально в альбоме было 47-48 листов миниатюр. Часть этого альбома была продана на аукционах, а другая часть хранится в различных музеях мира. Во Франции, в Лувре, в Соединенных Штатах Америки, в художественной галерее Фрира, в Вашингтоне и в Музее искусства в Сан-Диего, в Катаре, в Музее исламского искусства.
самой Великобритании листы этого альбома, кроме Фицвильямского музея, хранятся в Британском музее, в музее Виктории и Альберта. Известно, что листы этого альбома были распроданы с разных аукционных домов. Это лишь малая часть большой и впечатляющей коллекции исламского искусства. Нам следует назвать альбом Фицвильяма альбомом Манука в силу его происхождения, поскольку человека, который собрал эту коллекцию и привез сюда, звали Персинваль Манук. Он служил военным судьей в Патне, в Индии. Будучи там, он начал коллекционировать предметы индийского, персидского и вообще исламского искусства. В фондах музея Фицвильяма в настоящее время хранится 24 листа. Этот альбом еще называют альбомом Акбара Великого, так как многие исследователи считают, что миниатюры, собранные из утраченных рукописей, предназначались в дар великому Бабуриду, императору Акбару, объединившему Индию. Он был внуком великого Захраддина Мухаммада Бабура и третьим императором династии Великих Моголов. Но есть и другая версия. Возможно, этот альбом был сделан по заказу самого Акбара или был заказан матерью Акбара, Хамида Бану Бегим. Миниатюры, которые хранятся в фонде Фицвильямского музея, иллюстрируют события жизни императоров Великих Моголов. Хумаюн принимает дары персидской делегации, а Акбар наблюдает за боем верблюдов. Мы видим композицию, в верхней части которой изображен отец Акбара, Хумаюн, принимающий посольство, а в нижней части миниатюры совсем юный Акбар, наблюдающий за боем верблюдов. Еще одна миниатюра изображает Акбара-юношу, пишущего на листе бумаги. Она называется «Учитель и его ученик». На обороте этой миниатюры крупным каллиграфическим почерком вписан текст. По мнению Фирузы Мелвилл, все идентифицированные поэтические строки в альбоме Акбара принадлежат суфийским авторам Абдурахману Джами, Амиру Хусраву Дехлеви, Хафизу, Саади. В альбоме Акбара есть миниатюра «Молодой борец терпит поражение от своего учителя», иллюстрирующая сюжет рассказа из Гулистана Саади. Это легко узнаваемая история. Любой искусствовед сразу скажет, от чего отталкивается сюжет. Это история об очень опытном мастере-борце, борющемся со своим учеником, которого он научил всем приемам и навыкам, кроме последнего – одного. И вот однажды хитрый ученик решил продемонстрировать свое мастерство перед правителем и показать свое превосходство над учителем. Однако учитель побеждает его. Стихотворение, начертанное вокруг миниатюры с этим сюжетом, говорит о том, что чемпион не тот, кто может сокрушить своего врага, а тот, кто может подавить свой гнев в критический момент. В миниатюре сохранилось и имя каллиграфа – Мирали. Среди художников и каллиграфов, чьи имена упоминаются в альбоме, есть имена Махмуда Музахиба и Шейхзаде. По документам музея, к созданию альбома имел отношение и прославленный каллиграф Мир Али Хусейни Аль-Харави. Только две миниатюры из этого альбома экспонировались на выставке под названием «От Кабула до Калькутты». Все миниатюры, которые мы показали вам сегодня, это абсолютный эксклюзив. Миниатюры с изображением девушек довольно типичны. Вы легко узнаете иконографию и мелкие детали орнамента фона, а также детали одежды танцующих девушек. Исследователи точно не знают, были ли они отретушированы в Индии, но оригинальный стиль и иконография, как я уже сказала выше, выглядят очень похожими на бухарский стиль.
Одним из значительных собраний музея является коллекция нумизматики. Она насчитывает более 250 тысяч монет и медалей, которые приобретались, начиная со второй половины XVI века. Наряду с историческими, классическими греко-римскими, византийскими и европейскими средневековыми монетами, в этом фонде около 20 тысяч монет, которые происходят с территории Центральноазиатского региона. Здесь на столе находится небольшая подборка монет родом из Центральной Азии, той территории, что включает сегодня в себя нынешний Узбекистан. Итак, у нас здесь есть бактрийские монеты. Монеты первого царя в Бактрии, селевкидского сатрапа Диодота. Надо сказать, что самый ранний тип монет обладает особой ценностью. Это серебряные тетрадрахмы, отчеканенные в Бактрии, в подражании монет Александра Великого. Еще одна серебряная тетрадрахма изображает Селевка I. В коллекции музея наряду с серебряными тетрадрахмами хранятся золотые монеты, созданные в Бактрии. Эти монеты иллюстрируют богатство торговых отношений на этой территории, ведь это был перекресток путей, идущих из Китая на запад по Великому Шелковому пути. Монеты имеют весьма высокую стоимость, а золотые монеты не использовались для повседневных покупок на рынке. Это монеты высокой ценности, предназначенные для оплаты очень дорогих товаров. А эти монеты сделаны в традиции кушан. Однако они немного больше, тоньше и шире. Поэтому здесь можно говорить о влиянии кушанского чекана и сасанидов, которые впервые в поздний античный период чеканили большие, тонкие, широкие монеты. Уникальными являются золотые монеты Кушан, которые чеканил главный монетный дом Бактрии. Одна из монет, созданная в правлении Вима Катфиза, отца знаменитого царя Кушан Канишки. Монета изображает на одной стороне сидящего Вима Катфиза, держащего в правой руке скипетр, являющийся символом власти. На оборотной стороне по всему кругу монеты изображение письменных знаков. В центре композиции стоит воин с жезлом власти. С конца античного времени и на протяжении всего раннего Средневековья сагдийские купцы вели активную торговлю на самых отдаленных территориях от Самарканда и Бухары. Однако и после прихода ислама монетные дворы этих центров продолжали функционировать вплоть до начала XX века. Особое место нумизматической коллекции Фицвильямского музея занимают монеты XVI века эпохи бабуридов. Эта золотая монета, на которой отчеканены несколько стихотворных строк, является символом власти могольских императоров. Она, безусловно, иллюстрирует страсть императоров великих моголов к поэзии. Богатейший музей в Кембридже обладает впечатляющими коллекциями периода эллинизма. Эллинизм, породивший как в Европе, так и на Ближнем и Среднем Востоке синтез культур, оставил уникальное наследие, которое сегодня хранится практически во всех крупнейших музеях мира. Диалог культур Азии и Европы достаточно ярко представлен в собрании Фицвильямского музея. В музее есть уникальная коллекция эллинистических ювелирных украшений бактрийцев, созданных, по мнению ученых, в Средней Азии. В документах музея нет точных сведений, где конкретно были созданы экспонируемые в музее эллинистические ювелирные украшения. Однако ученые, изучавшие материалы коллекции, уверены, что происхождение этих украшений связано с государствами на перекрестке Азии. Эта ценная коллекция была подарена музею коллекционерами. 6 из этих произведений ювелирного искусства принадлежали ранее мисс Сидней Рене Курто. Будучи меценатом, она приобрела их в 1931 году на лондонском аукционе Сотбис во время эрмитажных распродаж. Среди них крупный золотой медальон с головой Афины, изображение которой было чрезвычайно популярно в греческом ювелирном искусстве.
Как известно, искусство, в особенности в городах Средней Азии, на перекрестках торговых путей приобретает черты многочисленных культурных влияний – древнегреческих, центральноазиатских и индийских. Медальон богато декорирован по всей поверхности. В центре композиции большой круг, где отчетливо в технике рельефа изображена голова Афины со шлемом. В украшения того периода вкладывали символический смысл. Неудивительно, что это были изображения мифологических героев античного мира. Они были неким оберегом. Медальон датируется 3 веком до нашей эры. В технике литья изготовлены золотые серьги с изображением эротов, древнегреческих крылатых богов любви, которые, как правило, изображали в виде юноши с большими крыльями. Фигурки подвешены к диску в виде розетки. Идентичные золотые серьги с подвесками в виде эротов, которые датируются 3 веком до нашей эры, хранятся в Государственном Эрмитаже. Они были найдены в 1838 году в некрополе Пантикопея. Еще один ювелирный объект – золотые серьги с головой антилопы или козерога. Они демонстрируют высокий уровень работы древних мастеров. Одним из уникальных предметов этой коллекции является золотой браслет с узлами Геракла. Геракловым узлом назвали переплетение 2 вертикальных полосок. Браслет украшен 6 львиными головами разных размеров. 4 из них завершают по обеим сторонам Гераклов узел, а 2 большие композиции исполняют роль застежки. Уникальной является золотая булава с изображением персонажа древнегреческой мифологии Менады. Характерной особенностью этих ювелирных украшений является отсутствие каких-либо драгоценных камней. Они созданы из чистого золота при помощи филиграни и зерни. Дарителем эллинистических ювелирных украшений, согласно документам музея, была и некая миссис Каррингтон. В 1970 году она подарила в коллекцию музея 2 золотые подвески с амфорой и дельфинами. Подобные подвески-серьги были найдены на могильнике Тельятепа на севере Афганистана. Об этом в своем исследовании «Афганистан. Сокровища безымянных царей» писал известный археолог Виктор Сарианиди, который исследовал раскопы Бактрии на территории Афганистана и Туркменистана. Золотые эллинистические украшения являются гордостью Фицвильямского музея и представляют собой синтез культур Востока и Запада, а также подтверждают высокий уровень ювелирного искусства того времени. Некоторые коллекции, которые хранятся в Фицвильямском музее, изучены досконально. Однако декоративно-прикладное искусство еще ждет своих исследователей. Это керамические облицовочные образцы, принадлежащие самаркандской школе керамики. Многоугольные изразцы атрибутированы как созданные в Самарканде между 1370 и 1450 годами. Но, к сожалению, сегодня неизвестно, какому из знаменитых самаркандских памятников они принадлежали. Среди коллекций керамики есть произведения, которые созданы в подражании китайскому фарфору. Под бесцветной прозрачной глазурью нанесена роспись черными и кобальтовыми пигментами. В росписи этих чаш, наряду с крупным растительным орнаментом, прорисованы детали, которые типичны для изображений китайских фарфоровых ваз. Примерами могут служить чаша с цветами и листьями лотоса и бутыль с изображением уток, чаша с изображением птиц. Коллекция керамики в музее сформирована благодаря частным коллекционерам. Один из них – Джордж Гланшер, доктор математики в Кембриджском университете. Он собрал огромную коллекцию керамики и завещал ее своему университету. В коллекции Фицвильямского музея есть несколько текстильных произведений. Наиболее значительный интерес среди них представляет вышитый халат и интерьерные вышивки. Это сузани достаточно крупного размера, что дает возможность предполагать ученым музея, что они были сделаны по особому заказу для английского коллекционера или для семьи высокопоставленного чиновника.
Крупным центром искусства вышивки в XIX веке был Шахрисабз. Значительное количество вышивок из Шахрисабза выполнено в технике ироке. В этой технике создан и роскошный халат с подкладкой из абрового шелка. Он был создан в XVIII веке, но поступил в коллекцию музея в 1949 году. Это был дар коллекционера. Он вышит шелковыми нитями на хлопчатобумажной ткани. По подолу и краям рукавов чапана пришита дополнительная декоративная тесьма – джиляки. Коллекция текстиля Фицвильямского музея немногочисленна. Но, несмотря на это, великолепное качество произведений, представленных здесь, дает полное представление о прикладном искусстве Центральной Азии. Для всех тех, кто изучает культуру и искусство Узбекистана, начиная с древнейших времен до исламского периода, музейная коллекция Фицвильяма – это бесценный клазень информации, где еще может быть сделано очень много открытий. Это был проект «Сокровища культурного наследия Узбекистана в музеях мира». С вами была Шахноза Ганиева. Благодарю вас за внимание.